На посадку декоративных яблонь вышли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, почетные граждане города и района. Первое деревце посадил глава района Айрат Хайрулин и председатель Совета ветеранов Василий Самойлов. Гости праздника идею создания аллеи ветеранов горячо одобрили. Отлично! Такое мероприятие, охота, в таком мероприятии участвовать охота, но сохранить, вырастить, вот самое главное. Вырастить надо, поливать надо своевременно, и он растет. Сегодня тем более день посадки деревьев, в честь Дня Победы. Это с удовольствием воспринимает, как молодежь, а мы тем более ветеран нефтяной промышленности. Поскольку сегодня такое прекрасное мероприятие, такая прекрасная акция, я предлагаю назвать вот центральную часть вот этой улицы бульваром ветеранов. Было бы неплохо, правда? И память о нас вот здесь, о первых ветеранах нашего города, было бы очень неплохо. На помощь ветерану пришли волонтеры города. Ребята подавали землю и носили воду. Эта идея очень креативная. Я была рада помочь ветеранам. Помогать сажать деревья, это было очень круто. В скором времени на каждом посаженном деревце появятся таблички с именами героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны и кавалеров орденов боевой славы 3 степеней. Мы хотим, чтобы эти люди тоже не забывались, осталась память о них, чтобы дети, подрастающее поколение, знал, как воевали наши солдаты. За посаженными деревцами ветераны обещали присматривать, чтобы саженцы действительно превратились в аллею, украшение города. Полина Сураева, Эльдар Гимаев, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».